Красноярский край присоединился ко всероссийской акции «Крым и Россия вместе навсегда». Сегодня на площади перед Большим концертным залом прошел митинг-концерт «Крым наш», посвященный первой годовщине принятия Крыма в состав России. Моя коллега Анна Московских побывала на митинге и узнала, с каким настроением пришли красноярцы и что для них значит этот день. Жители Красноярского края празднуют годовщину принятия Республики Крым в состав России. В эти дни торжественные мероприятия проходят во всех крупных городах страны. В краевом центре в честь события прошел митинг-концерт «Крым наш». Более 4000 красноярцев собрались на площади перед Большим концертным залом, невзирая на сырую и довольно прохладную погоду. Участники митинга рассказывают, пришли сюда, потому что Крым для них не чужая земля. За референдумом в республике и последующими решениями они следили с трепетом и воодушевлением. Когда показывали кадры, так сказать, когда крымчане говорили о том, что они вернулись домой, буквально, как говорится, комок горло подкатывал и слезы накатывались, что именно вот... Народ вернулся домой, и Крым вернулся в Россию. Вот поэтому я здесь, и поэтому как бы поддержать и, так сказать, разделить ту радость с народом Крыма, что, так сказать, Крым вернулся домой. Ну, когда-то Крым ушел от нас, очень нелепо и обидно. И то, что он к нам вернулся, это результат абсолютной справедливости. Я рада, что жители Крыма год назад приняли решение быть с нами, быть с Россией. Это сделало нас еще более сильными и сплоченными. Поддержать решение крымчан пришли и неравнодушные горожане, и представители общественных организаций, и политических партий. Они говорят, Крым с Россией связывает многовековая история. Поэтому весь наш народ... Мне кажется, вне зависимости от идеологических и политических воззрений, этот день стал праздником по-настоящему. Участники митинга вспоминали прошлогодние события. Когда было объявлено о принятии Крыма в состав России, красноярцы отправились в автопробег до нового российского региона. И в каждом доме на всем пути следования их ждал теплый прием. И все россияне просили передать слова... Приветствие, слова поддержки теперь уже крымским россиянам. И в этом заключается наш российский характер, наш российский менталитет. Для участников митинг-концерта также выступали танцевальные ансамбли, музыкальные коллективы и даже военный оркестр. Все мероприятие длилось почти час, и покидали площадь участники митинга в хорошем настроении и с улыбками. Анна Московских, Алексей Гусев, Денис Тимошенко. Новости.